Кстати, давно я не донатил своим подписчикам на аккаунт Голду. Давайте исправим это. Прямо сейчас я выберу рандомный айдишник по комментариям и задоначу ему много голды. Этот комментарий просто ранил мое сердце. Копируем твой айди и покупаем 1000 голды. Вау, дружище, поздравляю. А если ты тоже хочешь донат от меня в следующем видео, подпишись на канал, поставь лайк и напиши айди в комментариях. Ну что, господа, мы сейчас будем творить историю. Я буду сейчас первый в мире обклеивать самый дорогой скин в игре голдскулами, друзья. Совсем недавно мы с вами купили новый Намелис Дигл за 350 тысяч голды. К слову, он изначально стоил 450к. Так сложилось, что его тоже хотел купить Ерокс, и он донатил прямо на видос эту голду, и ему не хватило 50 тысяч, чтобы его забрать. И, кстати, он бы мог его забрать, и этот Дигл мог бы быть у него. Но благо, мы потом с ним связались, я ему тоже помог, он этот Дигл тоже поддержал, с ним видосы снял. Но так получилось, что он оказался у меня первым, и, естественно, я хочу сделать сегодня легендарный легендарнейшую историю. Я хочу этот сделать Дигл легендарным. Поистине легендарным. Ну что, ребят, вы готовы? В прошлой серии, ребята, мы закупили с вами голдскульчики. Сейчас пришло время их доставать и наклеивать, ребяточки, на тот самый Дигл. Сейчас, я не знаю, это просто легендарный момент. Я даже, знаете, я даже не буду просить у вас ставить лайк, потому что не поставить лайк на этот видос — это большой грех. Заходим на рынок, открываем голдскулы. Отменяем их с рынка. У меня, кстати, 5 голдскулов. И почему их именно 5, вы скоро узнаете. Посмотрите сюда. Самая дорогая пушка в игре. 1 000 000 голды. И единственная, единственная в игре — мой запрос. Я его отменяю. Колдик снял с продажи. Ну и теперь посмотрите сюда. Это поистине легендарный момент. Этого дигла еще в игре ни у кого нет. Еще на рынке ни у кого нет, а я его уже обклеиваю голдскулами. Не, вы понимаете, что в этот момент я не знаю, что вы должны сделать. Я не знаю, что надо в этот момент сделать, просто как. Позовите всех друзей к экрану сейчас, понимаете, что сейчас будет происходить? Дигл Аурейд. Намелис коллекция. Боже, я настолько в шоке, что он у меня. Мне ради него пришлось потратить 350 тысяч голды. 500 000! 500 000 на эти голдскулы. А еще мне пришлось попрощаться с моим Дигл Якудзой. С 4 голдскулами, которые я тоже, к слову, лично обклеивал. И я обклеил ту самую легенду. Единственный Дигл Якудза статрек с 4 голдскулами. Да, кстати, он не единственный, но не будем прерывать драму. А сегодня мы с этой легендой попрощаемся. Я не могу произнести это. 003. Прощай. Прощай. В общем, я не могу описать словами, насколько сейчас будет легендарный момент. Ну где вы еще увидите вот это? Ну где? Ну скажите, где? Некоторые люди просили назвать любую сумму, за какую я могу его продать. Я не соглашался. Я мог его продать за 500 000, может быть, за 600 тысяч. Не знаю, за сколько бы его купили. Но я его не продал. Только ради этого момента, понимаете? Хотя я мог получить эту колду себе на аккаунт и спокойно покупать себе скинчики, лутать какие-то наклеечки. Но нет. Я уверен, что вы это оцените. И я надеюсь, я все сделал правильно. Спасибо вам огромное за те самые 45 тысяч легендарных лайков на том видосе. Потому что то, что мы сделаем сейчас, должно побить все рекорды у нас. Кстати, к слову, на момент записи этого видоса, прямо сейчас, премьера стрима у Нави тренера. У него, кстати, сейчас день рождения. Я не знаю, что может быть лучше в его день рождения — обклеить Дигл Аурейд, залететь к нему сейчас на стрим и заказать дуэль на диглах. Вам же наверняка интересна реакция Нави тренера на Дигл Аурейд с 4 голдскулами. В общем, обклеиваю этот Дигл в честь Нави тренера, посвящаю его ему. Да, это твой Дигл. Блин, я готов, пацаны, давайте это делать. Просто это... Я не могу, пацаны, мне просто... Блин, я не могу, пацаны, я не знаю, как к этому подвести еще ближе. Что я должен сделать, чтобы я решился на это? 1 000 000 голды потрачено будет на этот проект. 1 000 000 голды? Скажи, где ты ее берешь?
Скажи, где ты берешь? Дай ссылку. Друзья, вселенная DC и Marvel столкнулись на GG стендов. Открывай геройские кейсы, лутай скины и энергию на битву с Таносом. Наноси урон, покоряй топ-бойцов и забирай очень много голды. Кстати, с помощью моего кода ты залутаешь бесплатный ящик, так что скорее вводи и выбивай арканы. А еще можешь прокрутить барабан и забрать один из крутых бонусов. А еще не забывай про мой промо при пополнении, ведь теперь закидывать балик гораздо проще и удобней. Можно на изи закинуть балик из разных стран и легко увидеть все бонусы. Стань лучшим похитителем камней бесконечности и забери главный приз этого сезона. 1,5 ляма голды на земле не валяется. Братик, также не забудь забрать скинчик в логове, ведь за каждое пополнение ты будешь получать детали, которые можно обменять на предмет. Ссылка на GG-шку в закрепленном комментарии. Беги, лутай скины и гоняй с топовым инвентарем. Вы готовы это сделать прямо сейчас? Да, давай, это легенда, пойдем. Это легенда, все. Скажите, с какого места начать его клеить? Мне кажется, это даже это важно, да. Сейчас. Вот скажи, давай с первого самого. Вот с самого первого, вот отсюда мы налепляем первую наклейку. Знаешь? Она тут идеально смотрится. Братан, знаешь? Вот с этим диглом можно было 4 серии снять. Первую наклеить наклейку, пойти выставить на рынок, вторую наклеить, третью, и так 4 видоса. Мы наклеиваем? Давай. Да. Gold School сейчас на рынке стоит 100 тысяч. Я клею на этот дигл, вы уверены, да? Я могу его сейчас продать за 500-600 тысяч, потом он будет бесценным просто. Я нажимаю, запись идет. Да. Давай, делай. Вы свидетели сейчас легендарного момента. Я первый, кто это делаю. Мне страшно! Сюда! Залетела первая наклейка. Еще три, поехал. Мне кажется, его сейчас за лям выкупят сразу. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это будет выглядеть? Посмотри, как это выглядит. Это просто... Это только с одним. Боже мой! Это настолько, пацаны, легендарно, что я не могу. Все, ребят, больше я у вас не забираю времени. Это настолько сочно, пацаны. Он настолько нереальный. Он на миллион голды преображается. Он идеальнейший просто, пацаны. Я клею вторую наклеечку на этот легендарнейший дигл. Сюда залетает вторая. Просто имба. Я даже не буду просить лайки. Я не знаю, если... Ну, я не знаю, кто эти люди, кто не поставит лайк на это. Я не знаю, я столько стараюсь для того, чтобы вот этот контент получился. Мне столько пришлось всего, ребята, сделать. Я вам серьезно говорю, мне очень нелегко дались эти голдскулы. Очень нелегко. Их очень мало. Но я все-таки раздобыл их ради этого дигла. Третий голдскул. Ой-ой-ой. Я сейчас просто описываюсь от этого всего, что происходит. Надо еще один скрин. Я миллион скринов буду делать. Его не выкупят за лям сейчас. Ой, че с вас? Мне его даже страшно выставлять на рынок сейчас. Не, я уберу, потому что мне страшно. Давайте сделаем это в следующей серии. Ребята, нави-тренер будет первый, кто оценит этот легендарный дигл. Я не знаю, блин. Он меня, кстати, не любит. Он меня даже ненавидит. Вы знаете, от любви до ненависти один шаг. И также точно наоборот. Может, он станет лютым фанатом диглов. И захочет, чтобы я ему его на день рождения подарил. Много хочет, обойдется. Мы сделали это. Ну что, ребят. Вы впервые в жизни видите новый дигл с 4 голдскулами. И не факт, что вы в скором увидите что-то подобное в ближайшее время. Если бы этот видос бы набрал, знаете, 1 000 000 лайков, я бы второй такой дигл обклеил бы металредами. Легендарно будет обклеить его металредами, но сочетание уже никто не переплюнет. А вы понимаете, что остался еще один голдскул, и он не случайно остался? Да. Мы сейчас все переклеим нафиг. Вам наверняка интересно, для чего этот Gold School остался. Я не заставлю вас долго ждать, потому что то, что я еще придумал для вас, это будет неповторимо. Ну а теперь Салдырыга ЛГР вешается вот сюда. Я не знаю, вы вот просите меня не материться, а вы скажите, а какое тут другое слово, если не... Просто какое тут другое слово подойдет? Это просто что вообще такое? Это кто тебя создал такого? Ну а теперь, ребят, давайте выставим его на рынок. Я вам серьезно говорю, вот такое вот за 1 000 000 можно даже купить. Если лямчик у меня был бы, я, возможно, бы его выкупил. А ну давайте посмотрим.
Хоть бы его не выкупили. Да не, его ж не выкупят, правильно? Его ж не выкупят за такую сумму, это ж нереально. Это ж бред. Могут. Да, это бред. Фух, ну я надеюсь. Так, ну а теперь, ребяточки, погнали, посмотрим, как он будет выглядеть. Фух, ребяточки, ну что, боже, у меня еще такой вот глок есть. Это вообще, я не знаю, просто что происходит. Вы понимаете вообще? Пацаны, вот я сейчас насорил скинами, да? Вы просто залетите, да, вот так вот, ну, подберите. Ребята, я вам отвечаю. Я вам отвечаю, это про... Ребята, мне надо срочно пилить реакцию ютуберов. У меня нет слов на вот это. У меня просто слов нет, как это комментировать. Это просто пипец. Ребята, это... Ну это просто... Ну, я не могу! Ну а теперь самое интересное. Прямо сейчас стартует Na'Vi Trainer стрим. И вот сейчас будет лютый разнос. Рождение! Радости, веселья, головокружения! Это мой подарок! Я ни за что в жизни не приму ни один дигл! Засуньте его в жопу! Если тебе не терпится посмотреть продолжение и реакцию всех топовых ютуберов на новый дигл с 4 голдскулами, набирай на этом видосе 300 тысяч лайков, и новая серия сразу выйдет на канале. Друзья, материала очень много, мы уже монтируем этот выпуск, он будет огненным, очень крутым, но наберите на этом видосе 30 лайков, и сразу я вам пульну продолжение и реакцию ютуберов. Надеюсь, вы не заставите долго ждать. Увидимся!